Отжимания и стрельба, прыжки в длину и подтягивания, а также ряд других площадок по сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в Международный день спорта развернулись в одном из торговых центров Ульяновска. Проверить свои силы, выполняя тесты ГТО, отважились сотни горожан. Одними из тех, кто в этот день получил сертификаты выполнения нормативов комплекса, стали игроки женской команды по американскому футболу. ГТО можно пройти везде, насколько мы знаем, но это ГТО про сертификаты не дают, поэтому пришли мы воспользоваться этой возможностью прийти сюда именно сегодня. Но, к сожалению, в Ульяновске нету центра, который аттестует, принимает нормативы. Это было бы здорово, если бы такой центр открыли. Да. Мы тогда пришли всей командой. На площадке ГТО вышли финалистки конкурса «Мисс Бенди 2016». Для девушек это уже второе спортивное испытание. До этого участницы конкурса проявили себя на хоккейной площадке. Однако, если на льду был командный зачет, то при сдаче нормативов Всероссийского спорткомплекса пришлось полагаться лишь на собственные силы. Ощущения классные. Впереди еще несколько испытаний. Я очень надеюсь их пройти достойно. Конечно, у меня цель – золотой значок. Посмотрим, что будет на стрельбе, потому что я человек-пацифист, за мир во всем мире стрелять не умею, но попробую. Меньше недели остается до главного спортивного события 2016 года – чемпионата мира по русскому хоккею. Первая в истории планетарных соревнований по бенди церемония открытия пройдет в Ульяновске 31 января. Церемония открытия – это эксклюзивное событие. Это событие, которое бывает только раз. Главная его миссия заключается в том, чтобы рассказать нашим гостям о первой части чемпионата. Будут принимать 8 сильнейших команд мира. Соответственно, приедут болельщики. В общем, достаточно широкая палитра. Рассказать об Ульяновске. И это является главным стержнем всей церемонии открытия. Так называемый стержень затронет не только рассказ о самом городе, но и его истории. Ваш город связан с именем Николая Михайловича Карамзина, который написал историю государства российского. И чтобы это отобразить в нашем представлении, будет представлен некий блок исторический, где мы все будем принимать участие. Участие в шоу примут и другие прославленные фигуристы: Алексей Ягудин и Татьяна Тасьмянина, Мария Петрова и Алексей Тихонов, а также Татьяна Навка и Роман Костомаров.